Падает и... Ну так, все посмотрели на арбитра, на удаление нет. Хуснутдинов. В центр прошла передача, еще и это гол. Это Эмиль Галимов, 5-2. Классно, здесь все было разыграно, УСКА. Так понимаю, Алтабурмакян голевую передачу да, на пустые ворота отдавал, по-моему, он. Хуснутдинов проткнул шайбу на пятак, и там уже Алтабурмакян и Галимов смогли разобраться с Хуской. Вот сказали о том, что не пропускал словацкий голкипер, и он тоже не уйдет с площадки сухим. Но тут вдвоем вообще остались нападающие СКА перед одним голкипером. Алтабурмакян, гол плюс пас, сегодня 2 очка, ну и Галимов. И опять похожая ситуация. Три игрока торпеда пытаются идти в прессинг на один фланг, создавать там численные преимущества. Но вот одной передачей Хуснутдинов сразу трех соперников отрезал, и получается на 5.